Всем привет, вы на канале Денис ТВ, и продолжается мой отпуск. Я сейчас нахожусь в Чувашии, у родителей. Сегодня мы едем в Чебоксары, это наша столица, столица Чувашии. В общем, сейчас поедем, и все, что будет интересно, мы вам покажем и расскажем. Все, до встречи. Ну что, мои дорогие, вот мы выезжаем из моего поселка красиво. Улыбаемся. Нелли всех вот показывает, все вокруг тоже снимает. Сейчас вот нам ехать где-то 2 часа. Хотели поехать, 5 утра выехать хотели. Но мы, конечно, любим спать всем. Вчера мы отдыхали. Вот. И вот мы задержались на много часов, на приличное время. Ну, ничего страшного. Надеюсь, все будет хорошо. Везде все успеем посмотреть. Там смотреть не так много на самом деле. Вот. Ну, в общем, все будет здорово, как всегда, круто. В общем, поехали. Ну что, мои дорогие, мы выехали с поселка. Посмотрите, пожалуйста, на эту красивую зелень вокруг нас. Сейчас будем приезжать в деревни различные. Вот, дорога ужасна. Дорога никакая. Кочки на кочке, все разбито полностью. Вот так вот мы едем, как, не знаю кто, на тележке какой-то. Вот, ну или покажи все в машине. Сейчас покажу, вид покажу. Никита, в первую очередь покажи. Потом покажи бабушку, покажи дедушку. Супруги. Да. Счастливые супруги. Так, мои дорогие, значит, проехали уже 3 деревни, мы проезжаем их быстро, и поэтому не успеваем включить камеру. Сейчас вот будет обгон, сейчас машина проедет. Ремонт дороги вот делают здесь. Ну что, мои дорогие, вот мы остановились на 5 минут, делали свои дела. Вот посмотрите, какая красивая у нас природа. Как вам дорога? Не слышит шум, на машины едут. Нелька хочет туалет. Вот. В общем, вот так вот. Так, мои дорогие, мы въезжаем в город. Вот. Город находится на Волге. Сейчас мы едем на залив. И будем там отдыхать. Дороги, конечно, здесь просто капец. В городе не знаю, но за городом дороги ужасные. Вот здесь температура у нас где-то 23 градуса тепла. Ветра нет. Сказать город. Маленький только. Мы только въехали. Тут ничего особенного. Сейчас в центре будет очень красиво. Вот там, смотри, как красиво. Синие крыши какие-то. Да, это сейчас центр начнется. Скоро. Так что не переключайтесь. Друзья, смотрите, здесь небольшая авария произошла. Вот. Кто-то заснул за рулем. Ну, езжай, езжай, товарищ, езжай. Да не за что, не за что. Авария. А ты что встал? О, надеюсь, все живы, здоровы. О, как так можно было? Друзья, посмотрите, как красиво. Видите, нет, не знаю. Не видно там еще. Нелька вам что там снимает, непонятно мне пока. Вы увидите позже все.
закрасилась на все по-данному. Вот тут хочу шопиться. Смотрите, как красиво тут в магазине. Торговые центры. Такой красивый большой торговый центр. Тут еще вид красивый там. Но вы не увидите. Посмотри, какие красивые дома стоят. Вы сейчас увидите вид с высока. Смотрите, как красиво у нас очень. Посмотри там. Это мы там въезжали только. Самую красоту вы увидите скоро. Тарам-пам-пам. Смотри, как красиво, Нелли, показывай. Смотрите, как красиво. Очень-очень красиво. Просто здание красиво стоит. Вот. Вы сейчас увидите. У нас, кстати, певица Хана в Чебоксарах родилась и жительница Чебоксара. Она, кстати, иногда приезжает в Чебоксары. Красота не описать просто словами. Да. Очень сейчас красиво. Мы едем на залив. Надеюсь, мы там едем. Еще красивее на заливе. Надеюсь, мы едем правильно. Да. Там сейчас увидите залив, кстати. Там это смотри на экран, я а смотрю. Не по сторонам. Как на экране смотрится. Смотри, Нелька, как красиво. Посмотри, посмотри. Вижу, вижу. Как красиво. Я уже показала это. Через 400 метров поверните налево. Красота. Ну что, вам нравится? Ага. Очень красиво. Я еду, например, первый раз в жизни. Ну вот смотри, смотри вот по сторонам. Жила в у себя в Чувашии, в поселке. В общем, сейчас приедем, друзья. Вырубай. Сейчас я вам покажу нашу достопримечательность. Сейчас мы быстро к ней подъедем поближе. Посмотрите. А это Макдональдс. Ой. Все, вырубай на меня. Наша Волга. Ремонт идет вовсю, строится что-то, мосты. Очень красиво. Итак, мои дорогие, мы приехали. И сейчас вот идем в сторону Волги. И минут где-то 8, наверное, идти. Вот. В общем, приехали, все хорошо, нормально. Доехали. Погуляем, покатаемся, наверное, на катамаранах. И потом пойдем поедим обязательно. Вот идут мои красавцы, красавицы.
тут. Идут вон Никита, мама, папа. Там Нелли идет. Вот. Спускаемся мы, короче, вниз. С горы, так сказать. Мы сейчас находимся на вершине. Сейчас вы увидите нашу большую, могучую Волгу. Да. Достопримечательность Чебоксар. Ветер чего-то поднялся. Ну да. Мама идет, вот что-то разговаривает с папой. И вам что-то объясняет, идет. Идут такие счастливые, довольные. А что, это вода увидимся? Что-то болтает, непонятно, что болтает. Не слышно, потому что ветер. Вот. В общем, все круто. Итак, мои дорогие, мы пофотографировались. И теперь вот снова идем. Спускаемся вниз. К Волге. Федеральная налоговая служба вот здесь вот. Мои красавцы идут. Смотрят. Страна. Стали сидеть. Друзья, посмотрите, какая красота. Видите? Это вот залив. И там дальше Волга. Нам на ту сторону. Там... Да, на ту сторону сейчас перейдем. Там на той стороне обычно. Здесь вот мать стоит. Там лодка, смотрите. Мать стоит, памятник. Красота какая вообще. Извините. Деревья вот мешают, не видно вам. Вот идут наши. Болтают. Идут. И я тоже иду. О, классно. Классно. Как красиво. Посмотрите, как красиво. Охренеть. Очень красиво. Мы все спускаемся, сейчас все спускаемся, фотографируемся, спускаемся, фотографируемся. Такая процедура. Как-то так. Ой, ну хорошее, конечно, место. Очень хорошее место. Красивое. Суперское. Залив просто шикарен. Вот мать стоит. Памятник мать. Чуварская женщина. Покажу вот с этого ракурса, вам из другого ракурса покажу. Вот панорама. Сейчас будем фотографироваться, гулять. Вот идут. Да, сейчас. Вот вечером тут красиво горит все. Итак, вот показываю вам мать с лицевой стороны. Папа ходит. Такая большая мать. Посмотрите. Очень большая. Охренеть. Доктора ездят. Эти фотографируются. Нет, говорит, там куда-то пошли фотографироваться. Красота. Просто красота. Маме нравится, да? Мне нравится? Итак, друзья, мы продолжаем гулять, делать фотографии. Вот они куда-то пошли. Да, торчат волосы. Тут ветер, ветер очень сильный. Вот так вот. Очень красиво. Шикарно место. Болтать что-то там. На катамаранах, наверное, тоже будем кататься. Или на лодке. Не знаю. Посмотрим. Друзья, ну что, мы сейчас решили перейти на другую сторону. Там очень красиво. Да. Гораздо лучше, чем тут. Но тут тоже красиво. А там какой-то театр, как он называется?
Ой, я даже не помню. Театр это или как? Театр, наверное. Театр. Или балет. Может, не театр. Балет. Здание, короче, балета или какого-то театра. Пойдем туда сейчас фотографируемся. Колесо обозрения, смотрите. Да, и сюда сейчас тоже, наверное, зайдем. Очень красивое очень место. Так что... Мы прям рады. Довольны всем. Вон, мама идет с Никитой. Папа. Я с Нелей иду. Вот так вот. Друзья, посмотрите, лебеди. Сколько много лебедей. Вот это все лебеди. Смотрите. Вот, видите? Белые лебеди. Вот. Все лебеди. Вот это их дом. Тут тоже какие-то птицы. Чайки, что ли это? Или утки. Понятно. В общем, красота. Вот мама стоит, любуется красотой. Никита там тоже что-то увидел. Папа. Машет руками. Красота. Переходим, друзья, на другую сторону залива. Вот Никита идет с мамой моей. Вот. Нелька тоже там фотографируется. Ищет места. Это лебеди, друзья, такие шикарные вообще. Вот, смотрите. Залив. А воду спустили, наверное. Она ушла, она высохла вода. Ну, как красиво. А там еще, наверное, что-нибудь будет. Они чинят. Заградили там. Посмотрим. О, как усает. Итак, друзья, мы продолжаем переходить на другую сторону залива. Вот, чтобы покататься на каких-нибудь аттракционах, если получится. Мы знаем сейчас, сколько это все стоит. Ближе, ближе. Итак, мои дорогие, мы заканчиваем переход на другую сторону залива. И практически мы уже на другой стороне. Итак, мои дорогие, мы перешли на другую сторону. Вот. Папа идет, смотрит, все, смотрит. Нелька вон идет в телефоне, катается. Там еще полиция. Сюда Нелька. Там рядом. Папе. Мать стоит. Очень красота. Тут вот церковь стоит, какие-то другие здания. Да, друзья, посмотрите, какая красивая площадь. А, вот аттракционы здесь есть какие-то. Чёртово колесо вот небольшое. Прокат велосипедов. Вот красивое здание очень такое стоит. Помпезные. Это типа балета, что ли. Какой-то театр, в общем. Красота. Девочки фотографируются. Вау, как красиво. Красота. Так, Чебоксары, жемчужина России. Вот мама пришла. Стоит, смотрит. Машет руками вам. Да.
Так. Вот. Скажи что-нибудь. Что, говорит, надо, говорит, сказать? Приехала, отдыхать, дома просто покажу. Давно была у меня мечта. Живу в деревне. Некогда было приехать. Ларисон приехал, привез нас сюда отдыхать. Вот мы отдыхаем сегодня. Вот так вот. Так, тут Нелька вот подошла. Я быстро сейчас буду. Очень хорошо. Хорошо, свет волосы. В общем, пошлите дальше. Друзья, посмотрите, какое оно красивое, это здание. И лодка красивая. Не знаю. И здание красивое очень. Чёртово колесо. Нелька фотографироваться сразу побежала с Никитой. Так вот. А мы идем кушаем мороженое. Так, друзья, мы пофотографировались вот на этой площадке. Здесь мы фотографировались. Теперь мы идем вот на эту площадку фотографироваться. Город мастеров. Друзья, мы сейчас будем кататься на чертовом колесе. Вот на этом. Мама, ты готова? Готовы. Давай испытаем. Прокатимся. Один раз. Ой, попробуем. Там куда папа довезут? Идет. Папа, в Москву доедем, наверное. Вот там папа идет. Пожалуйста, пожалуйста. Они подойдут идеально. По одному проходите, выживая пляжную обувь для ребенка, необходимо учитывать прежде. Так, сейчас нас пропустят. Иди, иди, иди. Ничего не открывайте. Материалов, в которых не содержится ПВХ. Вот Нелька готова уже прыгать. Вы также не должны кабинку. Для детей, которые хотят ходить, вот, ставят свою обувь с открытым носком. Открытую, наверное, поедете, да? Походка малыша формировалась. Давайте всегда тщательно примеряйте выбранную модель. Нашу. Не забывайте, что она надевается на босую ногу, посмотри. Поэтому мозоли не натираются быстрее. Иди, мама, иди, иди, иди. Беги, 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 беги. С вами была Евгения Коноплёва. Удачного вам отдыха и хорошего дня. Аккуратнее, пожалуйста. А где? Ага. Вот эти пока вот зубы. Стёкол нет. Итак, друзья, мы поднимаемся наверх. Сейчас будем смотреть панораму Чебоксар с чертова колеса. Вот. Мама напряженки сидит, папа боится. Трусит. Так вот, Нелька фотографируется. Нелли, садись, вставать нельзя. Вообще-то можно. Вообще-то можно. Да, можно. Я зато говорю, вот детей отправил в лагерь. Стоит стороны, здесь мы не были. Здесь стекла нет, короче, мы сказали. Зовут куда-то. Я не упади. Не упаду. Иди. А дождик, ты что нам платье? Дождик идет. Плафон зарабатывает. Очень красиво, да? Стекла надо, конечно, очень. Но красиво. Это специально. А, специально, да, стекол нет. А потом нам кто откроет? Да, она откроет. Видим. Мы прямо сейчас откроем и как полетим. Ой, кошмар. Страшно тебе? Смотри, мы самом верху. Мы самом верху. Ой, там теплоходы пришли, смотрите. А, там вентиляция нет. Да. А Волгограде не так, чтобы Луганск ездить. Вот, пришли. Сейчас люди выйдут. На теплоход, наверное, сейчас спустились. Да, как-нибудь сделаем. Ого. Круто.
Но их доставать нельзя. Где написано? Вот, запрещено. А мы, я на скамейках не встала. До 6 лет тоже нельзя. Кстати, со... Вставать на скамейке тоже нельзя. Потому что стекло не поставить. Супер. Все круто. Друзья, мы покатались на черном колесе, вот вышли. И сейчас идем это гулять дальше. Вот тут продают различные товары. Ручной работы. Я так понял. Вот. Какие-то изделия различные. Все красиво. Чувашские какие-то национальные эти игрушки и русские национальные. Вот. Друзья, заходим, значит, в какой-то сквер. Вот собачка не слушается. Как красиво. О, надо вот здесь фотографироваться. Сейчас будем фотографироваться. Нашли какой-то сквер вот здесь вот, на набережной. Красота. Друзья, в общем, гуляем мы по этому скверу. Тут вот такие вот различные магазинчики, в которых продают различную продукцию. Куклы какие-то ручной работы. Вот это Чапаем 20 рублей. Вот так вот. Чуварская женщина стоит вон на мике. Так, друзья, мы гуляем и все еще по этому скверу красивому. Вот спускаемся теперь. Вот фотографировали. Да, они горят ночью. Так вот. Вон мама идет. Итак, друзья, мы пришли в Макдональдс. Перекус у нас. Сейчас покушаем и поедем уже домой. Погода испортилась, гулять невозможно. Ну что, друзья, мы все вот уставшие, отдохнувшие, все вместе нагулялись. Вот, ищем, да. И сейчас направляемся в сторону машины. Домой едем. Да, и собираемся домой.